Приветствую, друзья. Очередной тест нож Элмакс от Геннадия Деда Скинду. Нож серийный. 109 из 300. Личный мой. Параметры какие? Твердость 60-62. Обувь 3,5. Сведение 0,5. Спуски 29. Все. Ну стали Элмакс. Заточка 36 градусов, финиш на алмазе 1 микрон. Салфетку пролезает. Лес. Видно, что лес. А не рвет. Газета. Вот, собственно. Ну все, поехали. Вот он у нас по-любому зачет идет, да? Нет. Почему? Обух 3,5. 4 надо. Почти в зачет. Ну сравнимые все равно. Ну да. Ого, нифига он. Режет вообще. Блин, у нас что-то Элмакс. Элмакс у нас что-то какой-то. Ну, мы М390 еще не тестировали. Блин, ну у нас от Волокжанина было, по-моему, 0,8. Здесь такая же херня. При этом здесь сведение толще. Он тоже до одного не доходит. Он прям проваливается вообще. Ну тоже напиши 30. Ну как-то слабенько. Ну 30, нифига себе.
Ну, блин, нифига себе, для Эмакса. Ну, подгревает что-то. Ну, уже плохо. Ну, короче, пиши 45. Клево. Ну, честно говоря, блин, уже на 20 он уже слабенько подбривал. Прям совсем слабенько. То есть он как-то брил, но не особо. Ну, брил же. Ну, брил, но так. Невкусно. Да. Еще 1 и 2. Один и два? Да. Хорошо. Прям очень хорошо. Как обычно. Показал самый крупный алмаз сейчас. Так что приначьте, наверное, блин. Что-то миллиметр. Да пипец. Походу проще будет сначала на гриндере снять. Ну, снимай. Ну, сейчас я просто гриндер вроде бы буду. Ну, и забито, и потом будет. Да. Чё, зиблось? Вот
Завтра все, завтра. А ты не работаешь, да? Ну, работа тоже. Ну, в смысле, по айкидо, что там дела? Работаю, две работы. Также 2 150. Thank you.
2 и 2. Давай 5. Что-то там сильно похоронная музыка. Ты же сам сказал Баха. Ну. У Баха и повеселее что-то есть. Thank you.
3 идет. Три-два. Thank you.
где-то 3-5. Ну такие уже 450 видов. Ну да. Ну похуже, чем у Благовена. Ну, есть такое, да. Тоже уже чутка мыли. Где-то 3,7. Все уже на последнем издыхании. Угу. Ну, 500 резал. Нормально. Ну да, конечно. Ну вот я говорю, что он послабее, чем D90. Но Володжанин уже сливает. Ну, у него и сведение, ну, чуть-чуть, конечно, меньше. Хотя у этого спуски тоньше, обух. Блять, спуски выше. У него ширина гораздо выше. Тут фишка в чем, что просто Володжанин, он, походу, очень охренительный элмак скалит. Ну, видимо, да. Просто, ну, реально, я почему, в смысле, так удивился-то, когда мы элмак его тестили, потому что я вот этот-то юзал. Я знаю, что он скалывается. Ну, мы сейчас на этом еще посмотрим. На руки там, блин, просто... Ну, все уже за два реза идет. Просто я удивился, что Володжанина от него обувь так себя показывает. Я привык к другим обувь.
Волокжанин, засылай бабла, как обычно. Вообще, блядь, скидывайся, блядь, Балякоева. Скидывался. Балякоева обходи стороной. С кем скидываться? С Бирюковым? Да все скидывайтесь, короче. Ну, вообще, да. Не, подожди, а Рекса кто калил? Балякоев же, по-моему? Нет, Анзар. А, Анзар, точно, с Анзаром скидывай. У меня от него, кстати, скоро будет К-110. Ништяк. Не, интересно, статистика собирается прям отлично. Учитывая то, что геометрия схожая. Прям, блин, очень будет. Говорю, некоторые, не будем называть имена, делают тесты чисто на одном субъективе. И как их понимать? Вот это мне понравилось, вот это мне не понравилось. Главное, надо делать голос по-любви. 3,8. Короче, еще 50 он сделает, я думаю, и все. Ну а что, в принципе, нормально? Сколько там? Ну, 600 он сделает. Угу. Поменьше, да, чем было вязание. Все равно неплохо. Ганнибал Лектор, знаешь, который сделал этого чувака очередного.
Да, есть что-то такое. Давай-ка побольше капнули, если как раз полезло. Да, 4. Все. Бегу-бегу. 600 резов. Ну. Ну что сказать, блин. Вот до Е90 теперь очень интересно, кроме Дедюхина, еще другую поеду. Что, давай, Костик, потише. Так, проверяем на роге. Так. Сначала до рога проверяем, как режет газету. В принципе, по окончанию теста 4 килограмма на весах. Слушай, ну хорошо режет. У меня такое впечатление, что, знаешь, у него просто есть несколько сколов там, которые позволяют зацепиться где-то за газету, а дальше уже пушкатить его. Проверяем. 10 маленьких. Похеру вообще. Ха-ха-ха, вот это прикольно. Че? А вообще ничего. Ну, у нас вообще ну, практически ничего. Много на чем было. Дэха, дэха, дэха совсем. Не показатель. Давай. Да. Ну, сейчас серьезные. Слушай, блин, прикольно. Ну, повыкрашивался, но очень незначительное выкрашивание. Ну, да. А, кстати, не факт, что повыкрашивался. Ну, видно, да, что как бы полузамятие, полувыкрашивание. Слушай, между прочим, неплохо. Вообще совсем чуть-чуть. Давай смотреть. Как рог-то все, блин, сразу. Так, бери вышку. Я же говорил, скалываться будет. Ну прям очень. Фото. Хотя пока что. О, здесь замятие. У тебя мятие, да, фото. Это, наверное, от маленьких ударов. Так я уже полножа проехал. Блин, замятие, смотри-ка. Заебись. Причем очень маленький. Вообще до цены фото. На D90 гораздо больше, блин. Ну, она мягче. Там матрица как мягче. Как вот. Тоже побольше. Она очень... Да E90 очень пластичная. Ну, блядь. Слушай, ну пиздец. Я вообще тоже очень пластичная. У нас что, тот Max? Малюсенькие были замятия, что на этом. Угол заточки один и тот же. Ну вот тоже. Ну вот это вот фотать не надо. Ну так ладно, хер с ним. А ты их отличаешь, когда фотки-то эти? Да, да, да. Вот, вот это вот удары прям. Это здесь подолбим. Слушай, ну вообще прям отлично. Это, блядь, круто. Это похоже, это самый, наверное, а, ну, во. Вот прям хороший такой. Ну, один из самых лучших ВК показателей. Вообще, да.
Ну, 3В, наверное, лучше было. И все. А, ну вот. Ну, короче, а вот тоже херня эта, полосочка. Да, да, да. Это, видимо, эти... Ну, это вот царапнуло, оно отломилось. Ну, ну, давай покажем. Вместе с царапиной. Ну вот была царапина, и вот, похоже, от царапины был след дальше, да, из-за вот этого отвалилось, да, потому что видно, да, что трещина пошла. Там песчинки какие-то, наверное. Да, да, да. Ну и как бы, ну вот, ну заебись же прям. То есть... Ох. Ну вот, удары. Ну извини меня, гораздо меньше они, чем это. Ну вот здесь вот сколько? Ну здесь уже да. Фото. Я просто глубина сколов и замятий, она просто меньше, чем на. А, ну здесь вот здесь самые просто... удары пришлись. Да, удары сюда пришлись, ну фото. Ну все. Ну, неплохо. Ну, блин, да по деградации вообще отлично. Вот сделан резов меньше, чем, ну, чем Элмакс от Волокжанина. Но он очень достойно выдержал удары. Прям пипец. Ну не знаю, ну что сильнее, да я его вроде как бы сильно бил. Да и ножен какой-то такой тяжелый, но располагает к тому, чтобы тоже выпустить. Хорошо выдержал на самом деле. Да, да, да. Без... Не хуже. Безусловно. Короче, Элмакс у нас хорошо показывает себя. И тот, и тот. Да, Элмакс прям, хорошо. Прям по всем параметрам замечательно. И режет хорошо, и на роге показывает себя замечательно. Да, то есть вот когда мы на роге, получается, у нас Рекс, там прям куски вываливались. Ну, у 15 витов сравнивать не стоит. У 15 ви куски вываливались. Но при всем при этом понятно, что они резали. Как бы Рекс резал, блин, в два раза больше. Да кого там? Рекс вообще. Раз в 10, наверное. Рекс вообще заебал. Он резал и резал. Неизвестно, сколько он. Да, но тем не менее, он как бы вот на ударные нагрузки Рекс хуже держит. А вот Элмакс очень достойно держит ударные нагрузки, очень хорошо режет. Ну, кайфово, короче, пользоваться. Ну, короче, это не зря его называют золотой стандарт. Элмакс. Ну да. М390 еще надо поюзать. Поюзаю. Он, по идее, по составу чуть-чуть получше, чем Элмакс. Чуть-чуть получше. Ладно. Понятно, картинки, как всегда, вставлю в видео. Там все будет видно. Постараюсь воткнуть их так, как оно шло в обсуждении. Ну и ждите следующих тестов там. Комментарии там, нажимайте на колокольчик, как сейчас говорят. Что за колокольчик? А, ну типа, чтобы это, чтобы у тебя уведомления приходили, короче, что это, что новое видео вышло, да. Не, если подписался, просто подписался, а колокольчик, тебе будут уведомления приходить. Ну, тыкайте в колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки-то, как там лайки, лойсы там, туда-сюда. Все, всем пока, не болейте.